Буквально на днях стартует новый проект VexCoin. Что мне здесь больше всего понравилось? Буквально вот меньше суток прошло, как я в этом проекте. Несколько суток в этом проекте. Мне пришла бонусная единичка. Я ее продала. Из одной монетки я получила 51. Как это я сделала? Захожу на сайт VexCoin. Здесь у меня наманилось 1,5 монеты VexCoin. Я перехожу на платформу, где продаю. На моем счету появился баланс, торговый баланс 1,5 VexCoin. Единичку я ставлю на продажу. Выбираю цену, смотрю цену. Самая высокая цена, самая низкая. Выбираю самую высокую цену, которую мне больше всего подходит. Но в среднем беру 0,840-842. Открываю лучшая цена, выбираю, которая мне больше всего подходит. Делаю не больше, которого рыночной цены на данный момент. Вот я-то выставила продать. Я эту бонусную монету продаю за 0,840. Нажимаю продать. Данный лот у меня появляется вот здесь вот внизу. Я его могу отменить. Проходит некоторое время. Продажа этой монеты. Я захожу сюда опять, и у меня здесь новый чек. Вот здесь вот на торговом балансе у меня появляется сумма 0,840. Я потом на эту сумму 840 беру самую низкую цену. Ну, не самую низкую, а беру цену 0,03, 0,05 биткоинов. Ну, выбирайте сами уже по своему усмотрению. Выставляю цену. Примерно рассчитывая, сколько на эту сумму будет этих монет, могу я купить по такой цене. Выставляю эту сумму. Покупаю 10 монет уже по цене 0,83. Одну продаю монету, покупаю 10 монет. Потом эти же 10 монет, когда у меня высветится, что они пришли мне на торговый баланс, я их продаю, этих 10 монет, также по этой же цене 0,840. На данные 10 монет я покупаю уже 10 раз больше. Таким образом я увеличиваю свой баланс в VexCoin. Какая-то часть этих монет. Итого, вот этот баланс на данный момент у меня $28 в плюсе, которыми я могу продать, поменять
или отправить через бумажный счет своему партнеру. Здесь отправить партнеру или на биржу, где я буду торговать. Но этим я еще не пользовалась, а пока еще не заходила. Счет выписка. Вот 19 числа в 19.02 я начала, активировала свой промокод на $100. Зашла я на деньги. Активация. Пришли мне дополнительные монеты. Ставка вознаграждения. И вот у меня процентная ставка вознаграждения 1.5 в X-коинах. 1 в X-коин я продала, купила 2. Продала 2, купила 51. Сейчас выставила на продажу 21 в X-коин. Продам их, куплю снова. Майнинг у меня работает на данный момент. Вот. Ну-ка, сейчас зайдем, посмотрим. Что-то там у меня баланс изменился. Так, 21 монетка у меня стоят на продажу. По цене 0,84. На данный момент у меня еще на товарном 30. Есть чем